Получение дохода от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, вознаграждение или выигрыша – главные основания для предоставления физическими лицами декларации по форме 3 НДФЛ. Заполнить необходимые документы достаточно просто. Для заполнения налоговой декларации по доходам наиболее удобно использовать специальную программу декларации, которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России, которая поможет правильно внести данные документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность отражения вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для представления в налоговый орган. В последнее время граждане активно пользуются правом применения имущественных налоговых вычетов, отмечают сотрудники налоговых органов. Количество таких деклараций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также увеличилось. Сумма налога, заявленная к возврату, составила 1 миллиард 400 миллионов рублей. При этом в связи с изменениями в законодательстве по доходам в определенных случаях налогоплательщикам не нужно подавать декларацию. Теперь у налогоплательщиков отсутствует необходимость представлять в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества, например, жилого дома, квартиры или земельного участка на сумму до 1 миллиона рублей, а также и новое имущество, например, транспортных средств или гаражей до 250 тысяч рублей. Декларировать полученные в 2022 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, занимающиеся частной практикой. Нарушение сроков подачи предусматривает штрафы. Нарушение срока представления данной отчетности влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченного установленного срока суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей. Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2022 года. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».